75 лет – дата небольшая, но все же юбилейная. И исследователям есть чем гордиться. Показатели работы достойны высших похвал. Растет и популярность профессии исследователя. Ряды следкома охотно пополняют молодые сотрудники. Приходящие сотрудники не считаются ни с личным временем, ни со своими какими-то личными вопросами. Полностью отдаются служению государству. Результатом этого мы видим, что на сегодня у нас 100% раскрываемость убийств. С профессиональным праздником работников следственных органов поздравил мэр города Анатолий Пахомов. Самое страшное, чего не может пережить любой человек, это несправедливости. Так вот, ваша специальность – это восстановить эту справедливость. И, естественно, вы как раз заслуженно можете говорить о том, что вы все делаете для того, чтобы эту главную справедливость восстанавливать. Завершилось торжественное собрание награждением. Нескольким сотрудникам следственных органов вручили медали за безупречную службу.